Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Антон Соя. Я сегодня прочитаю вам свою сказку, которая называется «Маленький мух». Иллюстрации к этой сказке нарисовала замечательная Светлана Емельянова. В дремущем лесном болоте долгие годы стоит город Кваксбург, сотни лягушачьих домов кочек. Летом кочки зеленые, осенью красные от спелой клюквы, а зимой, когда внутри кочек спят лягушки, белые от снега. Жители Кваксбурга испокон веков едят комаров, мух и мошек, купаются в болоте, растят головастиков, прячутся от змей, цапель, журавлей и аистов. А еще в Кваксбурге круглый год, кроме зимы, каждый вечер концерты, репетиции. Ведь осенью лягушки соревнуются в семейном кваканье. Тот, кто лучше всех выступит в сентябре на конкурсе «Золотая клюква», получит на целый год самую теплую кочку в болоте. Тех, кто займет три последних места, унесет с собой в неведомые дали аист, председатель жюри конкурса. Такие уж в Кваксбурге сложились вековые традиции. И никто из лягушек и подумать не смел, что когда-нибудь в их застойное болото придут перемены. Каждый день, весной и летом, лягушки репетировали свои песни. Каждая семья на своей кочке. Каждый год одну и ту же фамильную песню. «Тоска зеленая». Во всяком случае, так казалось лягушонку Сене, который родился в семье прошлогодних победителей «Золотой клюквы». У Квасилия и Квалерии Квакиных этим летом из 1000 отложенных икринок вылупилась сотня головастиков, но только 20 выжили и превратились в лягушат. Самого крупного по традиции назвали Сеней. Очень он был большой. Словно его икринку подкинула Квакиным какая-то лягушка-кукушка. Во всем он от своих собратьев отличался. Во-первых, ленью. Сеня Квакин не любил охотиться на мошкару. Просто спал на кочке с открытым ртом. Кто залетит, того и съест. Во-вторых, Сеня вечно мучил родителей вопросами. А что там за болотом? Почему мы зеленые? Клюква красная, а солнце желтое, а не наоборот. И так далее с утра до вечера. С лягушатами Сеня не дружил, мелковатый, и Кваксбург ему не нравился. Лягух завидовал птичкам. Квак же хочется мир посмотреть. Эх, мне бы квылья какие-никакие. Улетел бы я куда подальше, мечтал он. А без квыльев это же сколько сквакать придется. Болото-то без квайния. Может быть, кроме него в мире и нет ничего. Так и боролись постоянно в душе лягуха лень с любопытством. И лень почему-то всегда побеждала. Но самое ужасное было то, что Сеня Квакин не любил петь. Поесть, поспать и помечтать. Вот такое у него было жизненное кредо. Квак же мне надоела кваша дурацкая песня. Может, я рожден не для кваканья, а для чего-то большего. Может, я поэт. А стихи пока не пишу от того, что вдохновения нет. Откуда взяться на болоте вдохновению? Говорил лягух родителям и очень их этим пугал. Таких странных лягушек в их роду еще не бывало. В общем, Сеня Квакин был очень большим, но совершенно бесполезным членом лягушачьего сообщества. Поэтому никто сильно не плакал, когда однажды его унесла белая цапля. Случилось это так. Лягух сидел на вершине кочки в дозоре. При появлении врагов он должен был громким кваком оповестить семью, резвящуюся в болоте. Сначала лягух честно бдел, поглядывая на синее небо. Потом его вниманием завладела желтая кувшинка, торчавшая из воды недалеко от кочки. Лягух начал придумывать ей посвящение. «Ты кувшинка, я кувшин, ты одна и я один». Стих Сене понравился. Он даже решил, что к нему наконец-то пришло вдохновение. Но тут лягух разморил на сентябрьском солнышке, и он заснул с открытым ртом. Голодная цапля очень обрадовалась, увидев спящую на кочке огромную лягушку. Вот только проглотить Сеню не смогла. Слишком он был велик, так и улетела с ним в клюве. Лягух даже не проснулся. Села цапля на большой лесной поляне и попыталась лягуха крыльями в горло затолкать. Да все бесполезно, только чуть не задохнулась. Рассердилась цапля, выплюнула Сеню и улетела. Тут Квакин наконец проснулся и испугался. «Ой,
А где это я? Где моя квочка? А потом обрадовался. Так значит, цапля мне не приснилась? Сбылась моя мечта. О, как же тут прекрасно! И сразу же в голове его родился подходящий стишок. Сбежал я из болота в чудесную страну, так прыгать мне охота, что мир перевернул. Смоква, брюква, кряква, люква, тыква, яква. Вот оно вдохновение, не то что на затхлом болоте. Стал лягух на радостях по поляне прыгать, танцевать и стих свой громко выкрикивать. Да так яростно, что жителей поляны перебудил и напугал. Все жучки, паучки и червячки кто куда попрятались. Какое-то страшное чудовище к нам пожаловало. Мышки-полевки, глядя на его неуклюжий танец, со смеху на землю повалились и хихикают. Из-под земли крот под слеповатую мордочку высунул. Это что за бегемот тут распрыгался? Чего орет? А Квакин, знай себе, скачет по поляне. Допрыгался и доквакался до того, что разбудил хозяина поляны, местного царька, ужа первого ужасного. Подполз уж Ксения, поднялся на хвосте, да как зашипит на него. Тише, тише, лягушонок, хватит прыгать, а не то укушу и скушаю. Но лягух вместо того, чтобы уже испугаться и убежать, только воздуха в грудь набрал, надулся и в два раза больше стал. И так был большой. А теперь просто лягушка-бык какая-то на поляне сидит. «Квак бы не квак! Не проглотишь!» — говорит лягух-ужо. «Поддавишься! Одна уже сегодня пыталась, без обеда осталась. Лучше уж ползи отсюда по-добру, по-здорову. Я теперь здесь главный. А что уже делать? Не будь же он с таким большим лягухом бороться!» Покраснел ушко ужасное от стыда и пополз в другую поляну себе искать. «Здорово! Молодец! Жжешь, мужик!» — зажужжало что-то над сеней. Лягух глаза наверх скосил, но никого не увидел. «Кто здесь?» «Это я, маленький мох, фанат лягух. Обожаю ваши концерты. Давай дружить!» Прямо над головой лягуха и впрямь кружил смешной, сияющий зеленым металлическим блеском круглоглазый мушонок. «Мух? Квасно. Значит так, мух, я с едой не разговариваю, с пищей не дружу», — вспомнил лягух родительские наставления. И в подтверждение своих слов голодный Сеня выстрелил липким языком в маленького муха, но промахнулся. «Эй, ты что, брендил?» — обиделся мух. «Я не пища, я друг. Друг нужнее и полезней, лучше всяческой еды. Друг всегда поможет другу, из любой спасет беды». Лягух оценил то, что мух стихами разговаривает. Тоже поэт, наверное, родственная душа. «Значит, друг всегда поможет?» «Здорово!» — обрадовался Сеня. «У меня никогда еще не было друзей. Я есть хочу. Помоги, друг. Спаси, друг». «Хорошо же!» — обрадовался мух. «Я отведу тебя в одно райское местечко. Там полно жирных ленивых комаров. Оно так и называется — Комарово. Давай за мной, дружище!» Мух резво рванул куда-то, улетая все дальше и дальше от поляны. Лягух послушно запрыгал за ним. Никогда еще лентяю Сене не доводилось столько прыгать. Все-то свое круглое брюшко он растряс. А мух все летит и летит вперед, не останавливается. Еще и разговаривает при этом. «Я меломан. Это значит, что я люблю красивую музыку, особенно лягушачье пение. У меня от рождения слух идеальный, а мои родственники только жужжать и умеют. Ужас! Почему я лягушкой не родился? У нас на даче лягушек мало, но они так красиво поют. А еще они мне рассказали, что где-то в болотах есть лягушачий город, где каждую осень большой концерт. Вот здорово! Как бы я хотел туда попасть, но родители говорят, что это сказки, никакого Кваксбурга нет. Вот же жалость!» «Квак бы не квак!» — обиделся лягух. «Еще как есть! И город есть, и концерт, только скучно там. Квакают все целыми днями, спать не дают». Мух остановился и радостно закружился в пронизанном солнцем воздухе.
Я же знал, я верил. Квагсбург есть, и ты отведешь меня туда. Лягуха обрадовался передышке, но последние слова нового друга ему совсем не понравились. Никогда. Квагсбург — настоящее болото. Я оттуда сбежал. Сбежал? — поразился мух. А как же мужика? Какая там музыква? Кваквашка — это не музыква. И вообще, где мои квамары? Умираю от голода. «Да вот же уже наша дача», — сказал мух, подлетая к высоченному деревянному забору из красных досок, уходящему прямо в голубое небо. Лягух никогда еще заборов не видел и поразился его величию и красоте. «Хватит любоваться», — скомандовал мух, — «прыгай в дырку». Протиснулся Сеня в заборную дырку и попал в сказочный мир. На постриженной изумрудной лужайке стоят дворцы величавые. На деревьях не шишки висят бесполезные, а великолепные спелые фрукты. Красные, синие, желтые. Цветы в клумбах глаз разноцветием радуют. Ароматы сладкие источают. Зверюшки симпатичные мирно среди клумб на постриженной травке гуляют. У лягуха рот сам собой открылся. Квакая красота! Мух стал его с местными жителями знакомить. Это утка. К ней лучше близко не подходи. Усачая. Это не утка, это кряква, уверенно сказал Сеня. Кряква? Мух не стал спорить. Что ж, а это тогда, наверное, хрюква. Ты что же меня за дурачка принимаешь? Обиделся лягух. Это же свинква. Я на болоте видел одну такую, только полосатенькую. Мух к одной из клумб подлетел, над которой его родственники роились, порадовать их новостью про Квагсбург. Но мухи его слушать не стали, набросились на бедолагу. «Ужас! Жуть! Ты кого привел? Безумец! Он же всех нас сожрет!» «Это Сеня! Он только комаров будет есть! Он мой друг!» «Дожили!» Мух с лягухом подружился. Уведи его как можно дальше, да поживей. Лягух так с открытым ртом и сидел на песочной дорожке, когда к нему мух вернулся. Сеня ему очень обрадовался. Спасибо, друг, мне уже 3 квамарика в рот залетело. Пойдем к пруду, я тебя твоим родственникам представлю. Мух полетел к дворцу, который поменьше был, а лягух за ним с радостью попрыгал. Маленький запущенный пруд прятался в тени высоких деревьев рядом с баней. Над водой велась глупая мошкара, в камышах жужжал комариный рой. На свободном от тины участке водной глади, скользя как по катку, бегали на лапых коньках шустрые водомерки. Извиваясь, поднимались к поверхности воды любопытные черные пиявки. Выглядывали из тины маленькие дракончики-тритоны. В общем, пруд был полон всяческими обитателями. Но главными здесь были лягушки. Только лягух доскакал до пруда, как из него дружно выпрыгнула дюжина его дальних родственников. И все такие красивые, зелененькие в крапинку, блестящие, лупоглазые. Один лягух и 11 лягушек-красовушек. Смотрят квакушки-дачницы на Сеню во все глаза, любуются. Сразу видно, влюбились глупые. Наконец, самая пучеглазая проквакала. Хорош квавалер, квасавец писанный. Это откуда же к нам такого бакватыря занесло? Лягух не растерялся, раздулся для солидности и ответил с достоинством. Позвольте представиться. Я поэт Сеня Квакин-Лягушкин из славного города Квагсбурга. Лягушки как расквакаются, и непонятно, то ли восхищаются Сеней, то ли смеются над ним. А пучеглазый опять спрашивает. Говорят, у вас в Квагсбурге все поют замечательно. Может, вы нам споете что-нибудь? «Это можно», — лягух отвечает. Он хоть и не любил петь, но песню семейную наизусть знал. Набрал лягух воздуха полный рот, раздул щеки пузырями и запел. «Я приквасить хочу на кванец квас, и только квас, ведь не случайно этот кванец квальс». Пел Сеня громко, но фальшиво. Сказывалось отсутствие репетиции. Но лягушки от его сильного голоса все равно разомлели. Мух над лягухом завис и уши от такого позора лапками заткнул. «Задоквака! Квастунишка!» —
передразнил Сеню дачный лягух и нырнул обратно в пруд. Но лягух, увлеченный пением, ничего этого не заметил и только громкости прибавил. «Тише ты, люди услышат!» – испугался за друга мух. «Ну и пусть услышат, я ни к вагу не боюсь!» «Кто такие эти люди, чтобы я их боялся? Меня цапля съесть не смогла, я ужасного ужа победил!» – ответил ему бесстрашный Сеня и опять завел. «Я приквасить хочу на кванец!» Он ведь только одну эту песню и знал. Поет лягух, заливается, глаза пеленой подернулись, ничего вокруг не видит и не слышит. Ни как ему мух жужжит отчаянно, ни как лягушки в пруд плюхнулись, ни как его три тени синие огромные накрыли. Открыл глаза Сеня и обомлел. Стоят над ним три великана, один другого страшнее. На болоте с таких страшных зверей не водится. Так испугался лягух, что с места сдвинуться не может. А великаны к нему склонились и переговариваются. Маленький великан с длинными волосами заверещал тонким голосом. «Смотри, деда, какая огромная лягушка! Ты таких видел когда-нибудь?» «Никогда не видел», — отвечает великан с выдвинутыми вперед стеклянными глазами и белыми волосами на подбородке. «И кваканье такого ужасного не слышу. Похоже, ребятки, мы с вами новый вид открыли. Назовем его гигантский квакун. Мне бы такого лягушандра в школу принести», — басом выявил самый большой великан. «Или хотя бы фотку в Инстаграм выложить». «Нет, сам ты лягушандр, это принцесса-лягушка. Она будет жить у меня в аквариуме, пока ее принц не поцелует», — завизжал маленький великан и накрыл лягуха сетью, к длинной палке привязанной. Тут Сене совсем плохо стало. Попрощался он мысленно с белым светом, лягушками дачными и маленьким мухом и потерял от страха лягушачье сознание. Так что даже не увидел, как смелый мух героически пытался ужалить его обидчицу. Очнулся Сеня Квакин в тесной стеклянной тюрьме на белом дачном подоконнике. За окном светило вечернее низкое солнышко, на ветвях висели тяжелые яблоки, в воздухе порхали бабочки-капустницы. Жизнь шла своим чередом. А лягух сидел в литровой банке с жестяной крышкой, в которой добрые великаны проделали дырочки, чтобы он не задохнулся. Раньше в банке соленые огурцы томились, а теперь Сеня. Понял Квакин, что чудом жив остался. «Наверное, великваны сытые были и решили меня пока держать в этом квакваруме, но все равно слопают». Вот когда лягух семью свою с любовью вспомнил, и Кваксбург родной, и родился стих грустный в его голове. «Сижу я под крышкой в темнице стеклянной, вскормленный в болоте лягух окаянный. Мой верный товарищ, махая крылом, беспечно летает сейчас за окном. Забыл обо мне он, я тут пропаду, во рту великвана конец свой найду». Лягух даже заплакал, пока стих придумывал. «Не плачь, Сеня, я тебя, дружище, вытащу наружу». Это верный мух пролетел к нему через дырку в крышке и начал лягуха всеми своими шестью щетинистыми лапками щекотать. Сеня сначала решил, что мух с ума сошел. Но вскоре ему стало нестерпимо смешно от мушиной щекотки. Стал лягух смеяться, от смеха раздуваться, в стекло боками упираясь, пока банка с треском не лопнула, развалившись на части. Лягух из донышка с острыми краями ловко выпрыгнул, даже не поцарапавшись, и вздохнул. «Ух, спасибо, мух! Пожалуйста, Сеня, мы же друзья! Куда бежим? На волю? В пампасы? В джунгли? Нет, в родное болото, в Кваксбург! Хватит с меня приключений!» Ну, хватит, не хватит, это не лягушонку решать. Приключения, они же темы прекрасные, что происходят не по заказу, а сами по себе, по собственному желанию. Не успел Сеня с подоконника на пол спрыгнуть, как на дачную кухню великанша с косичками вихрем ворвалась и давай голосить. «Деда, у нас побег! Стоять, лягушечка, бояться!» Но в этот раз лягух бояться не стал, осмелел и от великанской ручищи увернулся.
Между ног высоченных великанских ловко проскочил и к дверям поскакал такими прыжками, что любой олимпийский чемпион позавидует. Мух перед ним к выходу летит и подбадривает. «Жми, Сеня, жми!» А сверху по лестнице еще один великан бежит, кричит. «Упустила? Ничего тебе, Верка, доверить нельзя! Я даже селфи с ним сделать не успел!» Навстречу ему с огорода великан бородач поднимается. «Какая муха вас укусила, господа юные натуралисты?» Смелый лягух никого не испугался, словно зеленый мяч баскетбольный поскакал и от всех великанов каким-то чудом увернулся. На узкой лестнице у выхода великаны втроем столкнулись и попадали. Так им и надо. Сеня из дома великанского выскочил, а куда дальше бежать, не знает. «За мной, дружище!» Мух над ним скомандовал и повел его к той же дырке в заборе, через которую лягух в дачный рай попал. В этот раз очень долгая Сене дорога до забора показалась, а за ним-то погоня. Великаны из своего дворца выскочили, и давай его искать. Только в зеленой траве зеленого лягуха не разглядеть. Да тут еще мошкара на них насела, и давай кусать и жарить нещадно. «Ой, ай!» — маленькая великанша пищит и по пунцовым щекам себя хлопает. «Что ж такое делается?» — ругается старый великан. И руками машет какая с крыльями. «Чего это мушки озверели?» Невдомек великанам, что эта семья маленького муха помогает лягуху сбежать. Пролез Сеня в дырку и поскакал вдоль канавы, куда глаза глядят. Сердце лягушащей бешено колотится. Такой ужас пережила. А сверху маленький мух друга с надеждой спрашивает. «Сеня, а ты дорогу в Кваксбург знаешь?» Призадумался лягух. Даже остановился. «Квак бы нет». «Вот ведь жалость!» Горько вздохнул мышонок. «Кваксбург! Вы сказали Кваксбург, молодые люди! Мне не послышалось!» Быстро подбежала к друзьям местная дворянка. Взрослая, ничейная собака Глаша. К одному из ее висячих черных ушей прилип репейник, и Глаша его старательно пыталась вычесать задней лапой, одновременно умудряясь вести светскую беседу. Сразу было видно, что Глаша добрая, хотя и большая. «Не послышалось», — сказал лягух, — «это мой родной город». «О, Кваксбург», — мечтательно протянула Глаша. «В молодости, когда я водила хозяина на охоту, мы часто проходили мимо, и он всегда говорил, туда, Глафира, не ходи. Там топкие болота, кикиморья земля, там только лягушки живут в этом Кваксбурге. Значит, вы знаете, где это, и можете нам показать?» «Показать могу, но я туда не пойду, я кикимор боюсь». «Спасибо, спасибо!» — закрутился мух вокруг кудлатой головы Глаши. «Я вам обещаю, что ни одна муха вас больше не потревожит, госпожа собака!» «Ой, это было бы очень мило с вашей стороны!» — сказала Глаша. «А вы, молодой человек, можете забраться мне на спину. Так мы быстрее доберемся до вашего Кваксбурга. Охотничьей собакой я была, а вот ездовой еще нет». Сеню долго упрашивать не пришлось. Он запрыгнул Глаше на спину, взял ее длинные уши в лапки, словно поводья, и они помчались в лес. А над ними, не отставая, летел маленький мух. Меж тем настал вечер, за ним пришли синие сумерки, и чтобы ездовой собаке Глаше было веселее бежать по темному ночному лесу, мух договорился со своими друзьями-светлячками. Маленькие зеленые жучки-огоньки летели перед собакой Глаше и освещали ей путь. А лягух пел ей свою песенку про кванец. Долго бежала Глаша, с остановками, передышками, то водички из ручья попьет, то ягодку съест, то с белкой знакомой пообщается. И вот к рассвету друзья оказались перед топкими болотами. «Все, молодые люди», — сказала Глаша, — «дальше мне нельзя. Спасибо вам, что помогли вспомнить молодость». «Это к вам спасибо», — сказал Сеня, — «вы такая квасная собаква». И обнял ногу доброй собаки на прощание. «Я вам даже стих написал, пока ехал. Вот послушайте. У лягушки и собаки нету повода для драки. У лягушки и собаки повод только поиграть. Если ты за мной поскачешь, буду прыгать я как мячик. Будешь ты за мной гоняться, я в припрыжку удирать». Родное болото встретило Сеню Квакина тучами комаров. И он впервые за последние сутки наелся до отвала. Лягух весело перепрыгивал с кочки на кочку, переплывал большие оконца, барахтался в трясине. Мух тоже веселился, но по-своему. Он придумывал мелодию и насвистывал ее, летая над лягухом. «Далеко еще до Кваксбурга?» — спросил Сеня Муха через пару часов пути.
Ой, а я как раз хотел тебя спросить то же самое, засмеялся Мух. Я думал, тебе сверху виднее. Пока ничего не вижу. Тогда, может быть, песню вместе споем, предложил лягух, которого сегодня радовало все вокруг. Ты же любишь наши песни. И я тоже их полюбил, квак-то неожиданно. Я не умею петь, огорчился Мух, только жужжать. Зато я могу сочинить музыку. Здорово, одобрил Сеня. А я слова напишу, я ж поэт. Давай попробуем, у нас будет своя песня. И они стали придумывать песню. Сначала мотив, потом слова. И так складно у них получилось. И так им их песня понравилась, что они даже не заметили, как пришли в Кваксбург и как вокруг них собрались лягушки. Сидят на кочках и, раскрыв рты, слушают их. Лягух тоже рот раззявил, чтобы земляков поприветствовать, и Мох сразу туда к нему залетел. Это он спрятался там на всякий случай. Уж больно много прожорливых брюшек вокруг собралось. Лягух находчивость друга оценил и осторожно рот закрыл, чтобы муха случайно не проглотить. «Глядите-ка, это же Сеня Квакин с того света вернулся!» — закричала одна мудрая лягушка, и остальные удивленно заквакали. Еще ни разу в Кваксбург никто из занесенных птицами не возвращался. «Ну и квак там, Сеня! Страшно!» Лягух только головой помотал, да промычал что-то невразумительное, чтобы лишний раз рот не открывать. «Отстаньте от нашего мальчика! Видите, он не в себе! Квак похудел-то наш Сеня! Квашмар!» Подбежали к лягуху мама с папой и братья с сестрами. «Сеня, ты жив! Квак, мы рады!» Стали его так обнимать на радостях, что он чуть мухом не подавился. А потом они всей семьей повели Сеню на родную кочку. Конечно же, песню репетировать. Ведь завтра золотая клюква. Вот как вовремя лягух вернулся. Дома вся семья вокруг Сени села и стала им любоваться. «Квакой же ты молодец!» — сказал лягуху папа Квакин. «Нам в хоре так твоего баритона не хватало!» Мама Квакина горестно вздохнула. «Нам бы завтра хотя бы в серединке оказаться. Победить-то не получится. Еще никто два раза подряд не побеждал». «Мы победим!» — уверенно сказал Сеня. «Маленький Мух нам поможет!» Изо рта у него немедленно вылетел мышонок и уселся на голове лягуха, боязливо поглядывая на родственников друга. «Еда, еда!» — обрадовалась лягухова семья. «Нет, не ешьте его, это мой лучший друг!» Лягух закрыл муху лапками от родных. «Ай-яй-яй, ты все-таки подружился с едой, сынок!» «Мух лягуху, не квампания!» — строго сказала мама. «Этот мух меня от великванов спас, а еще мух — гениальный квампозитор!» «И аранжировщик», — добавил скромный Мух. «Если не верите, послушайте, квакую мы песню сочинили». И Сеня с Мухом спели свою песенку. Когда они закончили, семья Квакиных устроила им овацию. А потом Квакины дружно качали лягуха. И Муха уже никто есть не хотел. Разве можно есть такого талантливого музыканта? «А давайте нашу с Мухом песню завтра на конкурсе споем», — предложил Сеня. «Но ведь мы должны петь квамильную квакинскую песню. Все наши поквалении ее пели», — попытался возразить Сеня папа. «Нас могут дисквалифицировать». «Чего нас могут дисква?» — не понял лягух. «Засудить и съесть», — пояснил папа. «Председатель жюри обжураясь. Очень злой судья». «Меня цапля не смогла проглотить. Ужас пугался. Великвана не поймали. А тут квакой-то старый аист», — не сдавался лягух. «Будем всех завтра удивлять». «Ну, квадно», — сказал Квакин старший. «Так давайте репетировать. У нас еще целые сутки до конкурса». «Здорово!» — обрадовался Мух. «А я буду дирижировать». На следующий вечер в Кваксбурге опустили все кочки, кроме одной, самой большой. Именно там проходила золотая клюква. Все семьи Кваксбурга собрались на ней и вокруг нее, чтобы показать свои таланты жюри из двух старых-престарых лягушек и лысого аиста, плотоядно поглядывающего на горожан. Квакины, как победители прошлогоднего конкурса, открывали концерт. Лягушки городка с любопытством поглядывали на вернувшегося вчера Сеню, ожидая от него сюрпризов. Но того, что произошло дальше, никто из кваксбуржцев
не мог себе представить даже в самых смелых фантазиях. Вместо навязшей в зубах песни про кванец, квакины запели новую, задорную песню. Да так лихо, так весело, что никто из лягушек на месте усидеть не смог. Вся кочка запрыгала. А к концу квакинского выступления слушатели простые слова припева разучили и стали им подквакивать. Все-все, даже полуслепые, полуглухие лягушки в жюри. Все пели с квакинами, кроме мрачного хмурого аиста. Зато кваксбуржцы ликовали. Теперь у них есть общая песня. Лягушачий гимн Кваксбурга – это то, чего им так всегда не хватало. Да здравствуют смелые квакины! Но радость их была недолгой. «Хватит шуметь, квак шелупоглазая! Расквакались тут, понимаешь ли», – грозно заявил носатый председатель жюри. «Вы что, совсем страх потеряли? Кто вам разрешил новые песни петь? По кочкам решили наш порядок разнести. Сегодня новая песня, а завтра сюда люди придут болото осушать. Нельзя нарушать традиции, на них держится Кваксбург. Все должно быть, как 1000 лет назад. Квакиных отправлю на последнее место. Если кто еще хочет новую песню спеть, может сразу им компанию составить». Закончив гневную речь, аист довольно поглядел на аппетитного лягуха. И лягушки, которых на кочке вокруг собралось больше 1000, пугливо замолкли. Так они боялись аиста. Так они за 1000 лет привыкли его бояться и слушаться. Так было всегда, но только не сегодня. Потому что в лапке лягуха жужжал отважный мух. «Лягух, не сдавайся, аист жульничает, будь мужиком, борись за справедливость!» Послушавшись муха, Сеня раздулся и поскакал на аиста в бой. Лысый аист никак не ожидал атаки от лягушки. Чего угодно ожидал, но только не этого. Где это видно, чтобы еда на тебя нападала? Конец света пришел, не иначе. Аист растерянно отступил, забыв на секунду о своем мощном клюве и лапах. Но стоило ему вспомнить о них, как что-то с криком «Жжух!» больно-прибольно куснуло его сначала в один глаз, а потом в другой. Но мы-то знаем, что, а вернее, кто это был. «Ой, я ослеп, помогите, хулиганы зрения лишают!» – закричал аист, взлетел в небо с закрытыми глазами и начал набирать высоту. «Да идите вы в болото со своим вокалом!» – прокричал аист неблагодарным лягушкам на прощание, навсегда улетая из этого страшного места, где не чтут вековые традиции, где на тебя нападает еда, а правда колет глаза. А на большой фестивальной кочке уже выступал Сеня Квакин. «Сегодня все останутся в своих квартирах. Жители Кваксбурга, познакомьтесь, это мой друг, маэстро Мух. Прошу не есть и жаловать. Он квавтор музыки нашей песни. А еще он смельчак и обожает лягушачьи концерты. Больше никаких кваистов в жюри, никаких побежденных. Будем петь песни, какие захотим, беречь традиции, но не бояться ничего нового». Лягушки на главной кочке хором приветствовали своего нового вождя и любимца. «Да-да, представьте себе, из ленивого, толстого лягушонка вырос настоящий герой. А все потому, что крепкая дружба творит чудеса. Настоящие приключения и опасное путешествие закаляют характер, а музыка и поэзия облагораживают душу. Ну и, конечно, надо сказать спасибо маленькому Муху. Без его любви к музыке, преданности другу и отваги этой лягушащей сказки вообще не случилось бы». Хотите знать, что было дальше? На открытии «Золотой клюквы» теперь поет новый лягушачий гимн. Лягуха выбрали пожизненным губернатором Кваксбурга. Он назначил маленького Муху почетным председателем жюри «Золотой клюквы» и выпустил указ в стихах, запрещающий жителям Кваксбурга есть мух. Отныне лягушки едят только кровопийц комаров. За квакинами навсегда закреплена самая большая кочка. Днем Сеня спит на ней с открытым ртом на законных основаниях. Все горожане знают, что даже во сне их губернатор-поэт сочиняет новые стихи. Мух счастлив. Сбылась его мечта, он живет в самом музыкальном городе мира среди лучших певцов. И каждый вечер можно услышать, как лягушки под руководством маленького Муха распевают хором веселые песни. Самое разное, какие только душа пожелает.
Ведь мух и лягух написали для каждой кочки новые песни. Аисты и цапли теперь облетают Кваксбург стороной, от греха подальше. Уж больно кусачие мухи там с лягушками дружат. Вы тоже туда не ходите. Болота очень топкие, и живут в них одни лягушки да кикиморы. А лягушачьи концерты можно и в записи послушать. Честное слово. Вот и сказочке конец. Подошла к концу история про маленького муха и лягуха Синеквакина. И на прощание я хочу вам прочитать слова гимна Кваксбурга, о котором столько раз было рассказано в нашей истории. Я не буду ее петь, просто прочитаю. «Как прекрасно на болоте, как прекрасно на природе, как прекрасно на свободе нам с тобою песню петь. Как прекрасно, небо синее, солнце красно, петь так хочется ужасно, больше нету сил терпеть. Все, что было, не напрасно, все, что будет, будет классно, бесконечно мы согласны эту песню громко петь. Никогда нас не заткнете, потому что мы в болоте, не в дворцах, а на свободе, и поем, когда хотим. Может, лучше подпоете? Пойте с нами гимн природе, он совсем не сложный, вроде каждый выучит мотив. В мире много всяких песен, где-то лишь мотив чудесен, где-то текст умен и весел. Что про нашу вам сказать? Нашу песню можно квакать, можно лаять, как собака. Ну а если слов не знаешь, можно просто пожужжать». Вот, спасибо за внимание. Читайте книжки. We'll be right back.